Половой контакт между мужчинами запрещен Торой. А что насчет поцелуев? Все, что происходит с, назовем так, вожделением, которым сопровождается половой контакт, все это подпадает под запрет Торы. Но если за непосредственное нарушение запрета Торы о акте полагается при присутствии религиозного суда, свидетелей и т.д. и т.п. и сознательного нарушения подразумевается наказание смертной казнью, то за всякие приближения к запрещенным объектам полагается максимум удары палками. Поэтому все это запрещено, если это происходит с вожделением, только уровень запрета чуть-чуть ниже.